Всем привет! Мы приехали на тренировочку. И вчера мне пришла мысль в голову написать в балийский чат, что у нас проходят тренировочки, и что если кто хочет, может присоединиться. По идее, сегодня должна присоединиться еще одна девочка. Но сами понимаете, в 7 утра есть высокая вероятность, что кто-то не придет. Так что сейчас посмотрим. Блин, на самом деле сегодня мне можно было бы на таких волнах и посерфить. Хотя по прогнозу была прям дичь, очень ветреная. Даже немножечко жалею, честно говоря, но да ладно. Игра «Найди краба». Подсказываю, он вот тут. Мы потренились, мне кажется, по моему лицу все видно. Сегодня к нам присоединилась девочка Оля. Они с Вовой пошли купаться. А я сижу, потому что у меня отклеился пластырь, там, где я на гвоздь наступила, и я боюсь это место запесочить. И подожду Вову и помоюсь в душике. Смотрите, сколько воров. Просто тьма. Приехала домой помыться, чтобы пойти потом на завтрак. Девочка решила с нами пойти, она уже там, а мы вот как раз заехали. Но кто-то утащил ключи от моего номера. Кто бы это был? И уехал на пляж. Как я недовольна и разочарована. Ха-ха-ха, я взломала дверь. Просила второй ключ, который не очень хорошо подходит. И иду мыться. Снова приехали в Джей, который все равно хочется назвать Кроте. Вот такое тут все. Нас Оля уже успела похвастаться, что панкейки принесут в конце, потому что такой прикол, что сладкое приносят в начале. Хорошо, успела похвастаться, как нам снова принесли в самом начале. Ну что поделать, придется есть, потому что мне очень вкусные. Хорошо, что сегодня был спорт. Тут на жаре. Как тебе размерчик? It's for me. Смотрите, какой маркетинг. Лучший на Сикаренко. Это местное блюдо, жареный рис. Начинается тут, сказал нам Джеки Чан. Местный вид вот так. Идем с самочка. С вами в супер атмосферный магазинчик. Магазина, маленькая кафешка. Маринованные огурчики, лучок и чили. Необычно тут такое видеть, честно говоря. Всякие модные веганские не очень пироженки. Вот, например, веганский морковный торчик. Тирамису. Какой-то шоколадный. Произведение искусства, каких только нет. Я бы себе, конечно, вот с такой картиночкой выбрала. Крутой. Hello! It looks great! Мы решили заехать в русскую кафешку. Когда мы были тут в январе-феврале, я на пляже познакомилась с женщиной, у которой, оказывается, есть русская кафешка, где оказалось все очень вкусно. Вот сейчас мы в нее идем. И совсем недавно у одного из нас активировалась реклама в Инстаграме. И сразу же прилетела реклама этого места, еще и такая креативненькая, с песенкой. В общем, идем перекусить. Интерьер с нашего прошлого визита стал намного симпатичнее, хочу сказать. Меню выглядит вот так. Здесь даже есть оливье, селедка под шубой. Пельмени жареные, окрошка, борщ, харчо. Короче, все, что было. Есть большой красивый гольф. Вон, видите, даже мячик.
чем Вов выглядит как-то так. Мы настолько голодные, что я забыла снять. Один из самых красивых пляжей на Бали. Сейчас буду показывать. Так вот он выглядит. Сегодня отливчик, поэтому воды не так много. Но тем не менее. Смотрите, какой песочек. Вон там вот бич-клабы, где можно оплатить депозит и находиться под зонтиками, с едой, с музычкой, с басиками. Вот это такой общий пляж. Вот такими красивыми скалами. Дети там каких-то ежей нашли. Милости! Как называется этот пляж? Сны любят вот такие пляжи. Немножечко пугающие, но клевые. Вкусный кокосик. Кто такой клевый? Цветочные эксперты, срочно нужна ваша помощь. Мне кажется, или это фикус? Не, наверное, все-таки кажется. Но листики очень похожи. Бегу показать эксклюзив. Ой, бегемотик ушел под воду. Бум! Смотрите, что мы нашли. Смотри, как они прилипают. Давай, показывай. Ну вот сбоку просто, вон, тянется, присосочка. Видишь? Да, вижу. Вот он лип. Но вот этот, наверное, нет. Вон он на присосочках висит. Отлипает! Вот, смотри. Где? В попке. Зубастый ротик. Во-во-во, у этого видно. Видишь? А, да-да-да. Обалдеть. А еще он активно сейчас присасываться пытается. Причем вот этот пушистый, а эти всколокоченные, видишь какие? Угу. Так что они чем-то отличаются. Видишь, как у них присосочки там распушаются под водой? Да, вижу, прикольно. Пушистый. Здесь их вообще не видно. А вот смотри, как притянулся. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And Улубату Sunset Point. Не уверена, что будет красивый закат, но само место волшебное. Пройти мимо и не показать, как растет папайя очередной раз.
Ну, вон какая большая выросла. А вот эти вот штучки, это как раз таки трубочки в соке, в крате. Точнее, в крейте. Вот, которые я показываю, сока торчат. Ну, вот они, собственной персоной в реальности. Прикол, мне кажется, большой прикол. Доброе утро. Как видите, я немножечко посерфила. Совсем чуть-чуть, потому что я решила сделать ход конем, прийти на серфинг, если он будет классный, посерфить. А потом после него назначила для всех тренировочку. Поэтому немножечко тороплюсь, чтобы ее провести. Ну, волна, конечно, не вау. Я словила одну волнишку и пошла заниматься. Ух, мы потренились. Сегодня у нас была большая команда. Раз, два, три. Еще девочка была. И Сеня тоже пришел. Но ему чуть не очень хорошо, он ушел. Так что суммарно я потренировала 5 человек, не считая себя. По-моему, это круто. Сейчас идем мыться, завтракать, кайфовать. Любимая часть утренней программы – завтрак, на который мы выдвигаемся. И возможность проверить свою интуицию тем, кто смотрел каждый выпуск влога. Ну, кроме первого, наверное. Как вы думаете, куда мы едем? Ладно, дам подсказку. Это не крейт, не карате. Мы приехали в Копенгаген. И, как видите, тут снова не очень хорошо с местами, но хотя бы нету огромной очереди. Попробуем чуть-чуть подождать. Надеюсь, мы сядем и вкусно покушаем. Привет! Какой ты хороший. Интересно, что они хотели мне нарисовать? Похоже на женщину в купальнике. Вот у нее идет купальник, лицо, плечи. На вам как кажется, что это? Я что-то даже не могу больше ничего придумать. Как вы думаете, что это нарисовано? Да, это точно. Это что-то не получилось, мне кажется. Это точно. Это абстракция, это современное искусство. Это, короче, бариста, который сидит вот так вот, сжав колени, вот так вот. И такой, блин, у меня опять не получилось никакой картины. Это реально похоже на две коленки. А, да, реально. Кстати, да. Это не женщина в купальнике, это автопортрет. Наши вкусняшки. Такая красота у ребят. Маша зашла в это место, сказав, что я хочу Леди Гага Боу. Он мне срочно нужен, я буду его пробовать и комментировать свои ощущения. А я не пробовала тут, не знаю. Маша чуть не решила нас обзора на мини Леди Гагу, но я вовремя словила кадр. Что, сразу? Да. В этот раз Маша модель еды. Я тоже. Ты тоже. А, Сень, давай, ты как уже бывалый, есть ли разница между Леди Гагой? Сату-сату и тут. У меня есть такое чувство, что там была чисто мусс из грейпфрута, драконьего фрукта. Да-да-да. А сверху бананы, а здесь все вместе перемешано. Ага. Не, банан тут внутри чувствуется, в этом смузи более. Маша, лайк. Хорошо. Да. Это лучше вот это. Мотор, ну что? Теперь самое компетентное мнение по Леди Гаге. Я ем ее в течение 5 лет. Много-много раз. Сейчас сравним ее. Очень много бананов. Вкусно, но очень много банана по сравнению все-таки с Сату-Сату. Да-да. Я, получается, тоже уже эксперт по Леди Гаге. Да? Да. Ты теперь, получается, тоже эксперт. Да, обращайтесь. Пишите мне мой телеграм Бирбас. Что
за реклама незапланированная? Да, и подписывайтесь еще на прекрасный телеграм-канал, называется «Заметки путешественника», где просто безумно интересно человек анонимно рассказывает про свою жизнь, про свой маршрут из Москвы до Бали, где были еще промежуточные интересные пункты. Каждый день ведет прямой. Ссылочку я оставлю в описании. Заказать местную еду в другом месте и просто посмотрите, как нам это привезли. Такая прелесть. Тут так рыб живых продают. Ой. Ну, в общем, чтобы мы не обкушались случайно. Это не две вещи. Вот пакетик лапши. Это, видимо, яйцо к лапше. Смотри, вот тут просто вот такой вот этот был. Распаковываешь. Да. А там, опа, рис да лежит. Ладно, это на сигаренг такой? Да, но... Ну, это, наверное, разве вот эти одинаковые? Это два на сигаренг, наверное. Нет. Даже... Смотри. Смотришь сюда, и тут, опа, лапша, да, какая-то? Так. Да. Так. Но это не похоже на мигоренко. Да. А тут, хопа, еще две порции риса. Это два риса наши. Прикол. А вот третий. Обалдеть. То есть инсту они напечатали на коробочках, а сделать по-нормальному была проблема. Ну, вот так вот. Как получилось, так получилось. Приехали на закат, а он не приехал. Ха-ха-ха. Ничего не видно. И начинается дождь. Закат вот все-таки получился. Смотрите, какой крутой. Хо-хо-хо.